Доброе утро, дорогие радиослушатели. У микрофона снова Ольга Шер, и мы начинаем нашу программу. Сегодня она тоже будет иметь общественный характер, общественно важная тема. И я перед началом программы сразу напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить или написать, там, если у вас появятся вопросы на такую же вытребующую тему. Наш номер 971-319-1130. И мы сейчас перейдем к этой теме. Я хотела бы познакомиться поближе с нашими спикерами сегодняшними. Во-первых, это нам уже известная Маргарита Вэйо, и она представит нашего гостя сегодняшнего. Добрый день. Доброе утро, дорогие слушатели. Я хочу представить вам нашего гостя Лори Партер, который является основателем и директором организации с названием «Родительские права в образовании». И я буду сегодня переводить также, потому что Лори не говорит по-русски и говорит только по-английски. Hi, Lori. Thank you for coming to our presentation. And I would like you to let us know a little bit about your background, about your organization, what you are doing, and how we can help people. Thank you, Margarita. I am a public school teacher. I have taught for over 20 years, a native Oregonian. And back in 2010, I discovered some things that were being taught to students around Oregon, and it was very concerning for me. Я работала учителем 23 года в штате Орегон, и в 2010 году я обнаружила, что школа учит детей такие темы, которые вызывают волнение родителей и не являются соответствующей возрасту детей. We're founded in 2011. We have parents, grandparents, school board members, teachers, and others helping us protect and advocate for the rights of parents to guide their children. И когда мы узнали об этих темах, то мы организовали нашу организацию «Родительские права в образовании» в 2011 году. И нашу организацию поддерживают родители, учителя, также бабушки, дедушки детей, члены совета школы и другие люди, которые болеют душой за образование детей. Я бы хотела тут как раз-таки спросить, Маргарита, вообще расскажите о себе, как вы познакомились с Лори, потому что мы знаем вас немножко с другой стороны, почему заинтересовала именно эта тема? Спасибо за этот очень хороший вопрос, и я с удовольствием немножко расскажу, как я познакомилась с Лори. Я в 2014 году закончила Льюис и Кларк и получила степень магистра в образовании. Когда я училась в этом университете, то я тоже, как и Лори, к своему удивлению обнаружила, что школа уделяет очень большое внимание вопросам сексуального образования. Причем сексуальное образование не связано с нашими традициями, и я бы сказала, что это образование развращает детей. Детей учат половым извращением, и это представляется как нормально и правильно. И мне, как взрослому человеку, было очень стыдно слушать эту презентацию, и я вдруг поняла, что эту презентацию слушают маленькие дети. У нас есть звоночек, давайте попробуем его принять. Добрый день, вы в прямом эфире, мы слушаем вас, здравствуйте. Алло, здравствуйте, а могу я попросить вас поздравить мою подругу? Нет, у нас сейчас другая программа, мы позже к этому вернемся. Спасибо за звонок. Видимо, на другую программу еще дозваниваются. Хорошо, мы продолжаем наш сегодняшний разговор. И продолжая также историю моего знакомства с Лори, когда я увидела, что планируется, как планируется учить наших детей, как много уделяется внимания совершенно не академическим объектам в школе, то я стала искать, неужели это только я недовольна и возмущаюсь. И я сделала большое исследование и много искала на компьютере, и нашла статью Лори, которая была опубликована в газете «Орегония», где как раз Лори в 2010 и 2012 году, это, по-моему, была статья, говорит о том, как учат родители, как родители должны защитить детей, как родители должны проверить, да, от сексуального образования, потому что сексуальное образование, которое совершенно направлено на разрушение детской души
и обучение буквально детей сексу в детском возрасте. И когда я нашла эту статью, то я написала Лори. Через 2 месяца она мне ответила, и так я узнала, что это не только моя проблема, это многие люди об этом беспокоятся и уже занимаются, и организации уже есть, они работают с юристами, и поэтому я очень захотела, чтобы Лори пришла к нам и рассказала, потому что есть не только это разрушительное образование в вопросах секса, но также и есть помощь закона, и есть законы, которые защищают родителей. Еще пробуем принять звоночек. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Да, добрый день. Я рад, что я только включил и услышал эту передачу. Да благословит вас Господь в этом. И действительно, страху Божию, когда учат детей, прививают, то это очень-очень хорошо с мальства, с самого детства, и это в школе начинается. Вот, пусть Господь вас благословит в этом труде, хочу пожелать. У меня тоже много деток, поэтому я тоже переживаю за то, чтобы правильно учили. Спасибо большое за звонок, спасибо. Задавайте вопросы, если у вас будут таковые. А у меня есть уже вопрос, я бы хотела спросить. Маргарита, вот вам, я думаю, известно, в каком возрасте уже начинают детей образовывать в сексуальной сфере в нашей стране, ну хотя бы в нашем штате? I think Lori will. Я думаю, что Лори ответит. Okay. Lori, can you ask what age public school would start teach kids about sexual education? Well, in Oregon, and this is the case in many states around the country, it is K through 12 comprehensive sex education. So beginning in kindergarten quite often. В штате Орегон, и так же, как во многих других штатах, полностью в стране Соединенные Штаты Америки, есть целая программа, которая захватывает образование с возраста kindergarten и до 12 лет, то есть самого маленького kindergarten возраста. Kindergarten — это какой возраст? Вот это 4 года или 5 или 7? Kindergarten, is it 4, 5, 6? Most likely probably 5 or 6 years old. Это просто кошмар. Я о таких вещах задумываться начала в 18 лет примерно. Зачем мне эта информация нужна была бы в таком возрасте? Это кошмар. Это большая проблема, потому что наши родители даже не представляют, что это образование существует, и поэтому у них даже не приходит мысль спросить ребенка, чему учат в школе. А ребенок остается один на один с школой и сам не может себя защитить. Именно поэтому Лори организовала эту организацию, что родители должны защитить ребенка. Мы привыкли доверять школе. Вот, кажется, больница, медицинские учреждения, школы, общественные учреждения — это места, где точно безопасны, и наши дети в безопасности. Но как бы не так. Видимо, звоните или пишите, если у вас есть вопросы, мы продолжаем наш разговор на эту очень важную тему, поскольку мы действительно привыкли, что в школе нам совершенно другие ценности прививали, но здесь мы совершенно в другой стране находимся, и нам важно контролировать, чему учат наших детей. И давайте продолжим наш разговор, в общем-то, на эти темы. Я бы хотела, конечно, задать вопрос, почему школа учит наших детей о сексе и сексуальных отношениях? Зачем? Would you please explain us why school teach our children about sex? And we thought school supposed to teach about math, science, you know, academic subject. Why this topic brought to school and why it's children educated about sex? Well, this in Oregon, it began in 2009, and it is a national, international effort. And I am happy to say there are people in Canada and around the country and around the world who are pushing back on the explicitness of this. It is an ideology. It is something that people think is going to help reduce teen pregnancy, which actually promotes sex. В нашей стране это образование очень стало рекламироваться и внедряться в школу в 2009 году. И я рада сказать, что в Канаде родители поднялись, чтобы сопротивляться этому и чтобы не разрешать. И есть такое движение родительское. И когда это образование внедряется, то, конечно, говорятся такие правильные слова. Мы должны защитить, чтобы подростки не беременели, не заболели.
болевали венерическими заболеваниями, но как в возрасте факт... 6-5 лет им нужно уже об этом знать. Половое созревание позже происходит. Ничего не понимаю, но давайте разбираться вместе. Хорошо, идем дальше. Чем дальше, тем страшнее, на самом деле, слушать. I would like to add something. Лори хочет добавить. There are people who think they know what is best for your children, and there is a big push for the rights of children, and parental rights are being pushed to the side. You have a lot of rights, it's just those are being pushed to the side, and a lot of parents don't know what the rights they have. Эта программа по сексуальному образованию, она достаточно агрессивно внедряется в школе, и она внедряется в школе под лозунгами «дети имеют права», «они имеют свои собственные права», «дети независимы», «дети должны решать», и отодвигает права родительские. Но я как раз хочу объяснить, что вы, родители, имеете права, вы имеете право воспитывать ребенка и решать, что для ребенка правильно и полезно. Не школа решает, а вы должны решать. Здесь, конечно, я поддерживаю такую позицию, но давайте двигаться дальше. И у меня есть следующий вопрос. А нужно ли сомневаться и не доверять школе, когда мы отдаем своих детей, в общем-то, туда на образование? И разве школа не придерживается высоких стандартов и не заботится о безопасности детей и защите, в общем-то, школьников? Thank you for your explanation, but what we hear, my next question, don't teacher or school district have a high standards and care about protecting students? Do we need to doubt about school? Well, many do care about students and parents, but you need to trust but verify. The unfortunate thing is there are some people who are interjecting their opinion and their ideas, and parents don't even know. Students like their teachers, they trust their teachers, but you do need to doubt, have a healthy amount of doubt. Золотое правило, конечно, и в английской культуре, и в русской – доверяй, но проверяй. То есть, конечно, очень много хороших сотрудников, людей, учителей, которые заботятся о здоровье детей, о правильном воспитании, но существуют и другие люди, которые работают в школе и очень продвигают эти программы, чтобы раскрепостить детей, чтобы научить ему то, что они считают правильным, и которое не соответствует ни с семейными традициями, ни с религиозными традициями, ни с культурными традициями. И эти люди пользуются тем, что они имеют авторитет учителя. Ребенок, конечно, доверяет старшему, учителю, и он воспринимает эту информацию и думает, что это правильно. Но на самом деле родители должны решать. И я от себя добавлю, что мы немножко раньше говорили с Лори, вы даже не можете представить, допустим, какие темы поднимает школа. Они будут поднимать тему такую, что ваш пол, девочка или мальчик, мужской, женский, это введен такой термин, какой называется по-английски liquid, жидкое состояние. Оно может меняться, вы сегодня так чувствуете, другое так, а завтра по-другому, и это навязывается детям, и ребенок, будучи ребенком, не в состоянии ни спорить, ни оспаривать. Конечно, и он только формируется как да, личность. И он воспринимает это от взрослого человека, и, может быть, это учитель, которого он любит, и тогда это еще более сложная ситуация. Могу ли задать вопрос еще следующий? Подскажите, во всех ли школах происходит это как раз-таки сексуальное образование? Везде ли есть этот курс? My next question. This sexual education is implemented in each individual school. It's required for each school. In Oregon, it is required. The challenge is how the instructions and what you're supposed to teach are interpreted, and what materials, trainings, information is going to be presented and what's not. So every school is supposed to do that. How they do it is up for interpretation, unfortunately. По закону каждая школа должна обучать этому уроку, но еще большая часть в том, как люди интерпретируют это, потому что дается только общая идея.
И уже зависит от школы конкретной, от учителя, от директора школы, от человека, который развивает эту программу, как он будет интерпретировать, какие он материалы принесет, какую тему. Потому что как он если, эту проблему, потому что если по закону и написано, и я читала этот закон, что это должно быть в соответствии возрасту, и что это должно быть научно доказуемо, то очень часто на практике люди приносят скорее свои идеи и политический взгляд, чем научно доказанные факты. По сути, свое мировоззрение передают детям. Да, и проблема в том, что часто они не дают вам никаких учебников, и вы не знаете, по какому материалу учат они. Нет методических материалов. А, понятно. Тогда следующий вопрос. Существует ли закон, защищающий права родителей и опекунов в этом случае? Our next question. If that is requirement and implemented in each school, what parents and guardian rights? Do they have any rights to protect their children? Parents have a lot of rights, and they just need to know what they are, and they need to know that they are not alone. They have a right anywhere in the country to view the curriculum, any and all curriculum, surveys, supplemental materials that are used. So they do have the right. It's a little intimidating. It's hard to know what to do, but they do have the right to see that. Да, простой ответ на этот вопрос. Родители имеют права, имеют большие права. И эти права защищены и в Конституции, и законами штата. И самое главное правило, которое они имеют право проверить все материалы, которые предоставляет школа, потребовать документы, материалы, все, что дается детям в руки. Конечно, это не так просто узнать, как и кого спросить, но формальное такое представление, права такие есть, но надо уметь ими воспользоваться. И Лори хочет добавить. Да, конечно. I would add that just seeing a piece of paper that talks about what's going to be taught is not sufficient. You have the right to know everything and to review everything. So that's just really important for people to know that sometimes you have to be a little persistent, but you have the right to know every detail. Иногда вам могут дети принести небольшую бумагу из школы, как флайер, и там в общих чертах написано, это не считается, что вам предоставили достаточно материала. Вы, может быть, это будет для вас как бы... Вы будете навязчивым или настойчивым для школы, тяжело, но на самом деле вы должны прийти в школу и спросить абсолютно подробно, что и как будет учиться, потому что общий заголовок будет очень в общих размытых чертах. То, что он напишет, он вам не даст полной информации. Вам нужно обратиться и узнать, и вы имеете право знать абсолютно все, что будет ваш ребенок изучать в школе. И мы говорим именно о правах в сексуальном образовании. Ну вот следующий вопрос вытекает, в общем-то, из этого поинта, из этой информации. Что должны делать родители, если они не понимают, как работает система школьного образования, какие у них, как у родителей, права? Если они не понимают документы, содержание документов, которые должны подписать в школе? Если у них действительно есть несогласие с учителем или системой урока, образования, который преподается? Что делать, куда идти, к кому обращаться? And next question, as we understand not each parent understood what is going on. And we would like to know, what do we need to do if we don't understand what is going on, what document we receive from a school, how it's important signature, what we need to do if we disagree with the teacher conception or with the subject our students taught in a school, and where to go, how to advocate for our children, what do we need to do? Well, first, you need to know that it is not disrespectful to ask questions and to continue asking questions. You can do it respectfully, but you have a constitutional right to know. and that one thing you should do is to, if you see something and you don't understand what it's saying, is you can request an interpreter, But just take a deep breath and relax, because you have the right to ask this, and it's not being rude or disrespectful. It's advocating for your child. Ну, во-первых, вы должны понять, что
вы не одни сталкиваетесь с этой проблемой. Mm-hmm. И проблему надо решать, но надо решать на взаимном уважении. Вы должны не бояться спрашивать вопросы, и вы должны знать, что спрашивать вопросы — это не быть грубым человеком или бороться со школой, это просто ваши права, и вы заботитесь о своем ребенке. Вы должны, как Лори объяснила, глубоко вздохнуть, успокоиться, не проявлять эмоций. То есть любой диалог должен быть взаимного уважения. Вы не должны быть грубыми со школы, но в то же время вы должны быть очень твердо стоять на своих позициях и знать, что вы защищаете детей и что это нормально, и ваши права защищены Конституцией этой страны. Да, вы имеете право защитить детей, безусловно. I would add that put your questions in writing, save everything, and ask a lot of questions. And if there's something you don't understand, never sign anything until you really know what it says and what it means. И также Лори добавила, что очень хороший способ — это написать письменно ваши вопросы. То есть успокоиться, написать вопросы, не смущаться, если вы чего-то не понимаете. И в то же самое время не подписывать ничего, если вы не понимаете. И если вы человек, который не говорит на английском языке, обратитесь к переводчику. В школе обязательно существует переводчик, человек, который поможет вам говорить. И мы немножко говорили раньше, Лори сейчас не сказала, что очень важно, если вы идете на диалог со школой, не идите один на один, чтобы вы был как бы свидетель. И переводчик, даже если вы знаете английский язык, будет хорошим свидетелем для вас. Mm-hmm. Итак, I just mentioned what you we talked earlier that it's good not to be alone. Exactly. And if you invite interpreter, that's kind of weakness. So yes. You don't need to interact one to one and go alone, mm-hmm. but have a team. Yes. Very good. Можем переходить к следующему вопросу, верно? Конечно. На что нужно обратить внимание нам как родителям? Вот на что обратить внимание именно в школе? Как можно узнать, с чем сталкивается ребенок в школе, что переживает, как и где? И родители должны помочь ребенку защитить права свои собственные, ребенка и своей семьи в целом. Как это можно сделать? И на что обратить внимание? The next question. What should we watch for? And what we need to pay attention for? And how do we know what child experience in the school and what would be a red flag we have to watch for? definitely there are words for you to be watching. Sometimes the words sound very good and very, very helpful, such as safety, anti-bullying, wellness. But it's really important to be looking for words that have to do with healthcare and safety, because those, as you just said, are red flags, and you want to help your child to recognize some of these things as well. Первое, конечно, надо обратить внимание, что когда люди представляют эту программу, всегда это завуалировано под красивыми и правильными словами. Вы можете слышать такие слова, что мы заботимся о безопасности вашего ребенка, о здоровье, о том, чтобы никого не обижали, что ребенок благополучие его. И я повторю эти слова на английском, потому что в школе вы будете слышать английские слова. И очень важно, чтобы на эти слова обратил ребенок внимание, что, потому что именно за этими словами стоит этот весь материал, когда ребенку предлагают, как бы уговаривают его согласиться с этими нормами. Mm-hmm. Обычно используют такие слова: health, safety, anti-bullying, wellness, equity, relations, gender. То есть mm-hmm. вот эти слова как красный флаг. То есть в английской культуре есть красный флаг, использовали в Англии во флоте, когда войну начинали. Да, поэтому да. Им машут, это как бы осторожность, это опасность. Когда вы слышите такие слова, то за этими словами прячется совершенно другой смысл. Обязательно, то есть нужно быть крайне внимательным. Да, очень внимательным и научить ребенка правильно понимать эти слова. I would add that this would help prepare your children and to reinforce some of what you've taught them. Stay calm and continuously ask them what they're learning. And if they're uncomfortable in the classroom, they have rights too. They can excuse themselves politely and remove themselves. So there are rights, parents' rights, but there are also rights for students to feel comfortable.
И, конечно, надо с вашими детьми говорить и помочь своим детям, как себя вести в этой ситуации. И если ребенок сидит в классе, и он не смущается от этой темы, не чувствует себя комфортно, и ему кажется, что эта тема не соответствует и неправильная, то у него тоже есть права. Ребенок может очень вежливо попросить встать и выйти из класса. Он даже не должен объяснять, почему. Он может поднять руку и сказать: «Можно я пойду позвоню маме? Мне нужно позвонить маме». То есть ребенок не должен объяснять и даже вступать в пререкание и спор с учителем и говорить: «Мне не нравится, что вы учите». Он может mm-hmm. достаточно мудро и вежливо попросить и позвонить маме, и тогда пусть родители вступятся за ребенка. And you're not alone in your concern. Sometimes you feel alone, but you're not alone. There's others who are concerned too. И вы должны точно знать, что вы не единственные родители, которые беспокоятся о детях, и вы не думаете, что вы будете один на один со школой. Есть очень много родителей, которые в вашей ситуации и с вами согласны. И очень важно, чтобы вы привлекали этих родителей и вместе как бы отстаивали права своих детей. Итак, мы сейчас уйдем на короткую рекламу. Тема очень важная для всех родителей, тех, кто собирается быть родителями. И, в общем-то, даже для бабушек и дедушек мы должны знать, чему учат наших детей и как мы можем отстоять права наших детей и нас с вами, все-таки регулировать ту информацию, которая поступает детям. А наш студийный номер 971-319-1130. Пожалуйста, пишите ваши сообщения, звоните. А мы сейчас идем на короткую рекламу и вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Нам приходят уже сообщения, мы будем позже зачитывать их. Но тема действительно очень важная, безусловно важная. Мы сейчас продолжим общение относительно этой темы. Итак, я напомню, что у нас интервью с Лори Портер, директором организации «Родительские права в образовании». Вот, мы больше узнаем о собственных правах. Я благодарю Маргариту Вэю, волонтер этой организации для русскоязычного населения. Благодаря ей мы, в общем-то, и организовали эту программу сегодня на радио «Славик Фэмили», на общественном радио. Итак, я прочитаю сообщение для вас, если можно, вы переведите. Сделайте, пожалуйста, повтор этой программы, когда мамы и папы будут дома после 5 вечера. Так как наши радиослушатели знают, что это общественное радио, они могут с любыми предложениями выходить, мы, конечно же, повторим эту программу. Не могу сказать, что именно сегодня вечером, но мы будем анонсировать ее, так как запись ведется, и, кроме того, вы видеозапись можете посмотреть. Видите, насколько актуально программа, и я в этом, кстати, не сомневалась. Далее, можете, пожалуйста, дать номер телефона организации, куда можно обратиться за помощью или с вопросами о родительских правах. И тут что нам делать? Вопрос. У нас есть номер телефона организации, я думаю, есть. Есть имейл, в первую очередь, на который можно задавать, в общем-то, отправить свои вопросы. Я отправлю этому радиослушателю имейл, на который можно задать собственный вопрос. Я сейчас продиктую, если для кого-то это интересная информация, тоже запишите, пожалуйста, этот email, на который можно писать ваши вопросы. Итак, info@parents, и тут по буквам righteined.net. Но эту информацию также, эти имейлы, сейчас я следующие тоже продиктую для русскоязычных слушателей, для того, чтобы задавать вопросы, мы обязательно публикуем под видеороликом с этой программой. Так что непременно вы, пожалуйста, просмотрите. Мы еще будем делать анонсы на сайте slavicfamily.org. Будет эта программа. Вот о интервью с Лори Портер, директором организации «Родительские права в образовании». Еще один имейл для того, чтобы задавать вопросы на русском языке. marochki@hotmail.com.
И опять-таки, я эту информацию перешлю тем, кто задает нам вопросы. Вы можете отправить сообщение, если вы не успеваете или вы за рулем, можете надиктовать тоже такой вопрос, и мы обязательно вас проинформируем. И, пожалуйста, номер телефона, по которому вы можете прозвонить и, в общем-то, задать еще больше вопросов. Я вас соединю и тоже вас свяжу. 971-220-3344. 971-220-3344. И мы тоже постараемся вам помочь и свяжем вас с этой организацией. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Задавайте ваши вопросы. Нам нужны ваши отзывы, ваше мнение, поскольку если программа актуальна, мы видим, что она актуальна, будем продолжать программу, но нам нужны еще дополнительные тематики. Что конкретно славянские семьи интересуют в этом вопросе? Мы сейчас в целом охарактеризуем ситуацию, но какие конкретно проблемы есть? Или, если необходимо, мы по каждому пункту будем проходить. В общем-то, очень подробно. Итак, мы идем по нашим вопросам. Следующий вопрос следующего такого порядка. Имеют ли право родители спрашивать в школе, чему учат их детей, что говорят учителя, что предлагают читать, изучать о сексе, интимных отношениях, о браке, отношениях полов, об абортах, противозачаточных средствах, сексуальных меньшинствах и так далее. Вот такой вопрос. Я прошу ответить наших спикеров. The next question. Do parents have the right to ask what their children are learning? Reading, being told about sex, marriage, relationships, gender, abortion, contraception, and all other topics related to sexual education. Yes, they do. And you have the right to review and request to see any and all of those things. You have the right to guide your children's education and health care, and the children do not belong to this state. So you have that right any time. And I would definitely put those requests in writing. Конечно, вы, родители, имеете права. И на самом деле это ваше родительское право, как воспитывать вашего ребенка и каким ценностям его обучать. И большой вам совет, когда вы спрашиваете, вы должны прийти в школу, спросить, что я хочу, прежде чем мой ребенок будет изучать этот объект или эта тема, посмотреть все, что учитель будет давать ребенку. Учебники, статьи в газете, не знаю, в журналы, научные статьи, все вы имеете право потребовать, чтобы вам показали. Но лучше всего ваше требование, чтобы оно не было устное, а письменное, в письменном виде. И лучше, чтобы вы пришли с кем-то, не один на один. Никогда не встречайтесь один на один. Вот это два момента очень важны. Письменно и с кем-то, со свидетелем, с переводчиком. С переводчиком. Очень хорошо прийти с переводчиком. Иногда наши люди думают, ну я уже здесь очень давно, я знаю английский язык, мне не нужен. Но пусть переводчик будет как свидетель для вас. Или же вы в семье идете, вы придете и папа, и мама, чтобы вместе пришли, там мама и бабушка. Вы имеете право, и существует закон, который именно закреплен в ваших конституционные права как родителей. У вас есть эти права. И я хочу дать пример. Допустим, моя дочь, у нее 5 детей, и мои внуки говорят, когда наша мама приходит в школу, все учителя боятся ее, потому что она всех спрашивает. Она никогда не отступает. Она говорит, мне нужен документ, мне нужен учебник, покажите мне материал. И это не против школы, это за детей. То есть вы выращиваете и воспитываете своих детей. И пока она не получит ответа, она не уходит из школы. И уже вся школа это знает, и ее требования исполняют. Ей показывают все документы, все учебники. И это другие родители, права, да, молча. Мы просто не пользуемся. Узнают. Я столкнулась с тем, что я прихожу в семьи своих друзей, и чтобы помочь им понять, что существует проблема, я спокойно поворачиваюсь к ребенку и спрашиваю: а сегодня вот эта тему вам объясняли, что сказали? И ребенок доверительно начинает мне объяснять. И тут же родители возмущаются и говорят: не может быть. И как только такая резкая фраза, ребенок уходит, он прячется, он понимает, что мама с папой не готовы слышать. Вот, и они, дети чувствуют это, и они не делятся, и поэтому это остается секретом. И поэтому очень важно, чтобы вы правильно задавали вопросы. И правильно слушали. Да, правильно слушали, но эта тема существует, и она существует очень давно, к сожалению. Мы просто приехали в культуру, о которой мы не знали. Угу.
Да-да-да, пожалуйста. I would add that if you get pushback, to contact some us, because there are things you can do. Many parents feel anxious about this and asking lots of questions, and you gain courage each and every time. And you're asking these questions not just for your own child, but for many other children. So, И когда вы защищаете свои права, вы многие родители стесняются. Не надо стесняться. Вы защищаете своего ребенка, и вы защищаете даже не только своего ребенка, а и других детей в школе, потому что все дети поставлены в такую ситуацию. И очень важно, чтобы взрослые люди защищали своих детей. Я когда задавала этот вопрос и немножечко, откровенно говоря, недоумевала. Неужели, то есть в школе дается информация еще и о противочувствительных средствах, об абортах, но это, видимо, в high school, в самых старших классах, или как, о сексуальных меньшинствах. Зачем? Я вспоминаю свое образование в России, в старших классах когда-то нас отводили не в школе, не в рамках школы, не школьные занятия, которые мог пойти или не пойти, в женской консультации с девочками и где-то, наверное, с мальчиками тоже проходили занятия, когда какие-то определенные вещи тоже были освещены, но крайне с медицинской точки зрения, вот официально научная информация была. И нас это тоже немного смущало, потому что не все об этом задумывались. Но вот если мы говорим о киндергарден, неужели постепенно дети все больше и больше узнают такую информацию? То, что... Даже об извращениях для нас. I just want to ask detailed question, because what I hear today, I never heard before. And for me, it's kind of shocking information. Is it true that school talk children about abortion, contraception, about sexual minorities? Sounds like it's information which not belong to academic field and should not be taught in a school. And I remember my education back to country I came. I don't remember which country Olga came from, but only in a high school. It was kind of elective course. It was not required. We were gathered like a girls go to a medical clinic. They will be very carefully discover this topic, which was medically and scientifically proved. Is it true what you say? Our young children hear about this topic in a school? It is true, and it does depend on the teacher in the classroom, but there's programs, there's school clinics, health clinics, that in Oregon, students at any age can go into without parents knowing, without parental permission, as far as, you know, reproductive services. It is shocking, and it is something for parents to be... Is it elementary school too, or just the middle school? Well, for school-based health clinics, for clinics, it is, there's dental care, there's sports physicals. Unfortunately, that kind of leads them into going when they're older, and then they get services without parents ever knowing. So, is there an age, like a border, when it started? Like, does it start in the middle school, or it's still available in the... fifth grade, I don't know. Well, if you know. Well, I do know, like, Oregon sex ed laws have inside them things about healthcare services and where children, even elementary students, can go in their community to get medicine and such. And when it comes to abortion and contraception, that can be given to kids at any age without parents knowing. Да, к несчастью, это правда. И хотя это кажется, что для нас очень страшно, и мы никогда об этом не думали и не могли даже предположить, но существуют клиники в школе. Когда медицинский офис находится в школе, он начинается обычно под очень хорошим объяснением, там, помощь стоматолога или спортивный врач. Но и туда уже поставили врач, который может давать вашему ребенку
противозачаточные средства может отправлять ребенка на аборт без разрешения родителей, без согласия родителей, и родители никогда не будут знать. И я еще раз спросила Лори, но есть ли какая-то граница возрастная? Это уже в начальной школе или только middle school? Потому что то, что это есть middle school, я это точно знаю. Хотя middle school начинается с 6 класса. Она сказала, какой возраст? В middle school это 11 лет будет. Значит, в 10 лет, она говорит, даже нету ограничений. Ребенок в любом возрасте может прийти и сказать, я хочу иметь противозачаточные средства, и школа ему не откажет. И школа не поставит родителей в известность. Ни в коем случае. Более того, когда я получала образование в университете, это было для меня очень странно, и почему я стала заниматься этим вопросом, меня учили, как не говорить родителям. Я училась на скул-канцлера, и мне учили буквально, как скрывать это от родителей. То есть ни в коем случае не пишите это. Все это как бы между вашим доверием и ребенка, то есть вы доверяете ребенку. Персона, хоть он несовершеннолетний. Да, и что нас учили, вы ни в коем случае не доверительное лицо для родителей, вы доверительное лицо, и поэтому пишите так свои файлы, чтобы никто не мог их прочитать, и если вам это надо записать, забирайте их домой, но то, что вы пишете в официальных школьных файлах, вы это не пишете. I just, you know, explain a little bit about my experience in the Lewis and Clark College. They literally were taught as a future school counselor how to hide this information from parents. They instruct us to be devoted to students and don't tell anything to parents. And I would just add, this just makes it even more important to watch out for words about health, safety, wellness, and don't ever sign anything until you completely know what you're signing. And you can opt out, fill out an opt-out form, so you put your school on watch that you don't want your child exposed to a variety of things. И я поэтому еще раз повторяю, что очень важно наблюдать за таким словом, как здоровье в школе, health, потому что все это запрятано. И на самом деле, вы когда получаете расписание в школьное, нигде не написано сексуальное образование. Там будет стоять класс PE, физкультура, physical education. Внутри класса PE есть тема health, здоровье. Внутри этой темы есть сексуальное образование. То есть фактически на расписании нигде не стоит класс как английского языка или класс как сексуальное, но запрятано. Но мы вынуждены переходить к следующим вопросам. Они тоже очень важные, но, откровенно говоря, вопросов становится все больше. И я вас хотела бы спросить, имеют ли родители право не давать свое согласие на посещение этих их детьми, вернее, определенных классов или на выполнение определенных заданий, с которыми родители не согласны? So, the next question, of course, can parents opt their children out of the certain things that take class in a school? In a general sexual ed class course or just partially, what are the parents' right to opt out their children? Parents can opt out, and it would be really wise for them to ask their school what is the procedure to opt out. If they don't get a good answer, we have some sample opt-out forms they can use, and they should definitely keep a copy and send a copy to a variety of, like, the school board or the superintendent, administrator, so everyone knows that this is what you want and it's on the record. Да, родители имеют право отказаться от этих классов для своих детей. Существует форма специальная, она называется opt-out форма, которую нужно спросить в школе. Если вы знаете, что эти темы есть, вы должны прийти в школу и спросить, дайте мне форму, я хочу подписать этот документ, чтобы мой ребенок не посещал эти классы. Если школа вам отказывает в эти документы, вы можете обратиться к Лоре, как раз ее организации, и у них есть эта форма, которую она может вам предоставить. И она советует, чтобы эта форма была предоставлена не в единственном экземпляре. То есть вы можете эту форму дать учителю, послать ее директору, суперинтендент, как по-нашему, горано, руководителю. И есть такая организация, которая называется Board of Directors, то есть это совет директоров, куда часто
приходят и общественные деятели, и родители, и им тоже вы должны подать этот документ, что мы не разрешаем нашим детям учить определенную тему или определенный класс. Это ваше право, надо им воспользоваться. То есть возможность такая есть. I would say it's important at the beginning of the year to really pause and take a look at what information you're getting, paperwork. But you can do this opt-out anytime because you are the parent of this child. So if time gets away from you, you can opt out anytime. And that would be surveys, assemblies, medical and mental health services. И очень часто, чтобы вы как бы с начала года уже об этом побеспокоились и попросили предоставить вам все бумаги в начале года и в начале года заполнить, потому что это не только касается, допустим, вопроса вот класса сексуального образования. Вы можете написать, что вы не хотите, чтобы ребенок пользовался услугами поликлиники в школьной, потому что вы не согласны, вы не знаете, что там будет. Вы также можете отказаться, чтобы никакие не были тесты для вашего ребенка проведены или опросы, потому что очень часто я с этим сталкивалась. Детям маленьким дают вопрос, в котором спрашивают, с какого возраста вы занимались сексом или каким вы сексом занимаетесь, и перечисляют все возможные половые извращения. Ребенок смотрит на эту бумагу, он даже не знает, о чем говорят, но поскольку он ребенок и боится показать, во-первых, он узнает, во-вторых, он хочет сделать вид, что он все знает, и он отвечает, да, совсем он знаком, и тогда эти бумаги попадают на стол людям, которые решают, и они говорят, ну вот видите, в 10 лет они уже все знают и умеют, давайте еще раньше об этом говорить, давайте еще раньше. То есть ни в коем случае вы имеете право, чтобы без вашего согласия никакие опросы, и сказать ребенку вашему, чтобы он не отвечал ни на какие вопросы, и говорил, что мои родители мне не разрешают. То есть это надо сделать, и это можно сделать. У нас осталось 3 минутки. И еще что-то хочет добавить Лори, да? We have only 3 minutes left. I was just going to say, and the student should not ever be harassed or belittled for that. It should not be made a big deal in front of their peers, and it should be done quietly and respectfully. И когда вы отказываетесь от этого, вы должны объяснить вашему ребенку, что никогда учитель не должен, допустим, сказать перед всем классом, тебе мама не разрешила выйти из класса и уходить. То есть это получается оскорбление и унижение ребенка перед всем классом. Это должно быть очень вежливо. То есть если учитель перешел эту грань, то ребенок должен сказать родителям, и родители должны, соответственно, принимать меры. И попробуем коснуться быстро последнего вопроса. Расскажите, какие существуют проблемы в школе, связанные с посещением школьных туалетов и душевых? С какими проблемами сталкиваются наши дети, и мы, как родители, можем ли им помочь? And very short, if you can give us introduction. We heard about some rumor. We don't know what is going on, but people are talking about some problem using a bathroom or shower facility in a school. Can you tell us what is going on? This is happening across the country, and the federal government is bullying schools into compliance, but it does not have the force of law, but the message is out there and people are being intimidated. Schools are intimidated and feel like they have to allow a child of the opposite sex to be able to go into a bathroom of their choice. К сожалению, это проходит не только в штате Орегон, это проблема всей страны, и сейчас очень большое давление оказывается на школы, и это даже называется как Обама Ла, то есть ребенок может идти в тот туалет, с каким сексом он себя сегодня чувствует, причем если внушают ребенку, что это состояние жидкое, перетекает из одного в другое, то может оказаться, что ребенок мальчик чувствует себя девочкой, девочка чувствует себя мальчиком, он может идти в любой туалет, который может. Это значит, что ваш ребенок может оказаться в туалете с противоположным полом ребенка. И это не закон, школа не обязана делать, но многие люди это делают. Многие школы принимают это и соглашаются, и ваш ребенок может оказаться в этой ситуации. Сейчас это очень широко обсуждается, это проблема номер один, которая еще не решена, и об этом еще идет разговор. And there are many schools and parents who are pushing back on this because they want a safe learning environment for all students. And so it is not something to just accept because the safety and well-being of everybody is important. И вы как родители, вы имеете право требовать, чтобы у вашего ребенка была
именно вот эта безопасность, чтобы он нигде не был оскорблен, и это не то закона заставить. Если школа это делает, то она делает это против конституционного закона. Школа может принимать свои местные маленькие policy, как бы, но это не заставляет школу. Хотя, однако, это существует. Но вы, как родитель, вы можете высказывать свой протест и требования, чтобы ваш ребенок учился в школе, где нету таких правил. You ask your school, you tell them that you wouldn't be comfortable with this, and tell them that you have the right, your child has the right. So just ask them what they're going to do about it, and know that you have a constitutional right. And if you have any problems, just ask us. Вы должны спросить школу, и ваши конституционные права не соглашаться с этим. И если вам нужна помощь, я думаю, вы можете обращаться в Лорину организацию. Я знаю, наше время заканчивается, может быть, мы на эту тему продолжим в другой раз. Да, мы должны продолжить на эту тему, поскольку интерес большой, и у наших слушателей это действительно актуальная проблема. И до встречи в эфире. Мы обязательно проинформируем, когда будет повтор данной передачи. Оставайтесь с нами. Далее выпуск последних известий.